Всем привет, это Алекс, и сегодня мы будем проходить заказ от Вакака Акада, который она нам поручила выполнить. И, конечно же, проходить мы его будем на максимальном уровне сложности. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Мне нужна одна вещь. Именно мне, не клиенту. Поэтому отнесись к работе со всей серьезностью. Риск высокий. Работать надо на территории тигриных когтей. Подробности я переслала. Жесть, ну и клоповник. Да ладно, не ты ли полжизни бомжевал по заброшкам? Да это другое дело. Я тогда был вечно пьян и не в себе. Так. Потайные двери. Как банально. Но вот почему люди настолько предсказуемы? Видимо, есть связь с теми дверьми. Или со спусковым механизмом толчка в сортире. Похоже, Лия пошла к тигриным когтям за спиной у Вакака. Ай-яй-яй. Когти не из тех, кому стоит доверять. Посмотрим, насколько ей повезло. Что это было?
Напоминает мне один бар порою, где мы иногда выступали по пятницам. И чем же? Да там тоже все было жестко. Один косой взгляд, неосторожное слово, и сразу наш... Жом потрёха. Только для меня местечко. Сообщение пользователя. Ошибка. Преждевременная выстрел. Со мной такое в первый раз. Простите.
Бинго. Иди к папочке. И вот из-за этой малюсенькой херовины столько людей полегло. Размер не имеет значения. Мы оба знаем, что на самом деле это неправда. Флаги на всех городских зданиях приспущены, а массовые мероприятия отменены до особого распоряжения. Дочь наследница покойного хана Карасака прибыла в город вскоре после трагедии. Прощание пройдет завтра в штаб-квартире Арасаки в полдень, после чего останки покойного Сабура Арасаки перевезут к месту упокоения в его родную Японию. Пам-пам-пи-дам. Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. Всем побед, удачи, пока, пока. Похоже, тебе удалось найти отмычку. Великолепно. Продолжай в том же духе. Закрываю заказ.